Когда за окном сильный ветер, а мороз то ослабевает, то снова крепчает, самое время позаботиться о своем здоровье. Столовую ложку меда размешать в теплой воде. Такой нехитрый коктейль для долголетия врачи и диетологи советуют выпивать натощак и на ночь. Впрочем, это не единственный способ укрепления иммунной системы. Подробности наша съемочная группа узнала там, где мед льется рекой. На ярмарке башкирского меда от пасеки монастырской. Все мы помним, как в детстве нам давали мед во время простуды, чтобы помочь организму быстрее справиться с недугом. Однако этим целебные свойства этого продукта не ограничиваются. Например, гречишный рекомендуют людям с пониженным гемоглобином. Дягилевый имеет ярко выраженный аромат, способствует лечению бронхитов и ларингитов. Мы привезли в ваш город более 30 сортов меда на любой вкус. Классические меда – расторопша, гречка, додник липовый. Элитные сорта меда – это дикий мед, является из самых полезных сортов меда, с маточным молочком и с кедровыми орешками. Также у нас есть лесное разнотравие – таежная меда. Это дягилевый мед, лесной мед, молочаевый мед. Для женского здоровья специалисты рекомендуют мед с маточным молочком. Мужчинам лучше выбирать темные сорта с горчинкой. Мед диких пчел – это король всех медов. Он богат витаминами, микроэлементами, содержит природный йод и очень полезен для щитовидной железы. Для пирогов и ватрушек подойдут конфитюры – земляничный, черничный, облепиховый и не только. На выставке от пасеки монастырской, которая откроется в эту пятницу, будет представлен не один десяток наименований. По сути, это ягоды, бланшированные на пару в собственном соку с добавлением полезного для желудка и иммунитета пектина. Здесь же на одном прилавке будет свежая азовская халва, домашнее башкирское подсолнечное масло. А также у нас большой выбор продуктов пчеловодства. Перга, пыльца, прополис, бальзамы на натуральных травах. Мед при хранении не теряет своих лечебных свойств. Одним словом, срока годности у этого продукта нет. Так что можно приобрести сразу несколько видов полезного лакомства. На здоровье нельзя экономить, но тут цены не кусаются. Спешите за своей порцией ароматного лакомства. Посетить ярмарку меда из Башкирии и конфитюр от пасеки монастырской можно в ДК имени Ленина по адресу улица Машиностроителей, 22А. Продлится она с 13 по 22 января. Время работы с 10 до 19 часов. И еще приятный сюрприз. Покупателям банка лугового меда в подарок. Подробности у продавца-консультанта. Помните, мед – это сила мужчины, красота женщины и здоровье ребенка.